Территория нашей Калмыкии очень большая. Даже здесь, на юге страны. Но население мы тоже знаем о том, что, конечно же, не сравнится с соседними братскими республиками территориями. Это, с одной стороны, хорошо, потому что работает принцип так называемого сарафанного радио. Не надо на телевидении говорить, не надо по радио много говорить, в газетах или в сетях. Людская молва, она всегда разносится быстрее. Когда мы с вами встретились в прошлом году впервые, я знаю, поверьте, бывая в разных поселках, районных центрах Калмыкии, в степи, и вы знаете о том, что много земляков с Дагестана, с Кабардино-Балкарии, соседи работают, трудятся у нас, и уже не сегодня они приехали, это семьи, которые живут здесь. Я встречал многих кавказцев, которые говорят по-калмыцки лучше, чем я. Это честно. И они уже даже в стену раз думаешь, у тебя нет интернета, нет телевидения, ты кочуешь там от качели к качели, от точки к точке. Откуда ты узнал так быстро? Нет, мы знаем, говорят, наши духовные отцы были здесь. Спасибо, знаем, что вы встречались, общались. Дай Бог, чтобы так было. Дай Бог. Пожалуйста, может быть, Салах Михайлович.